Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Мафин159, и в этом видео я вам покажу, где и как скачать Майнкрафт на ваш компьютер. Итак, для начала вы должны заглянуть в описание и нажать на ссылку, которую вы там видите. И это ссылка на сайт ruminecraft.org. Итак, заходим на этот сайт по моей ссылке, и вы зайдете вот сюда, вот тут, скачать Майнкрафт. И тут будут новые версии, так, Майнкрафт 1.6.4, 1.6.2 и так далее, да, самой-самой первой версии. Итак, но если вы все-таки зашли на ссылку, где написано что-то другое, то вы просто можете заглянуть налево, и здесь у нас будет скачать Майнкрафт. Нажимаем сюда, и нас тоже выбрасывает сюда. Итак, ну какую нам версию скачать? Ну, давайте скачаем самую первую, это 1.6.4. Для этого просто нажимаем вот сюда. Потом, тут у нас есть много всего, тут обновления всякие, дальше видео, скриншоты и, конечно, комментарии. Также, если вы слишком низко опустились и не хотите поднимать, то просто можете нажать на вот этот лук, и все, круто. Прикольно. Так, ладно, дальше. Нажимаем на скачать или download, пофиг. Тут название файла, а тут сколько весит файл. Нажимаем скачать. Теперь идет загрузка. Файл недолго загружается, загружается всего лишь 40 секунд. Это, не думаю, что это слишком много. Да. Ну ладно, давайте подождем, пока загрузится файл 1.6.4. И ждем. Итак, все, скачался Minecraft 1.6.4. И теперь давайте заходим в него. Либо вы можете, если у вас, ну, не тот браузер, там, если у вас Opera или такая какая-то там фигня, вы просто заходите в пуск, мои документы или просто мои документы, потом заходим в папочку Downloads, если она у вас где-то в другом месте, я не знаю где. Так, и промотаем самый низ, и тут у нас будет сам Майнкрафт, и сюда мы тоже можем зайти. Ну ладно, и как устанавливать? Тут у нас вот добро пожаловать, все пишется. Так, нажимаем далее. Дальше тут надо прочитать это, но я не знаю, но я знаю то, что все это не читают, это не надо никому читать. Просто далее. Просто нажимаем далее. И я принимаю условия лицензионного соглашения. Если у вас я не согласен, то ставьте сюда. Я принимаю условия лицензионного соглашения. Далее, ну тут у вас куда оно будет устанавливаться. И кстати, если вы другой путь сделаете, хотя этого даже нельзя, то Майнкрафт должен быть только вот этим путем, только этим, иначе Майнкрафт тупо не будет работать. И нажимаем снова далее. И у нас идет установка, но я остановлю установку и завершу ее, потому что у меня Майнкрафт 1.6.4 есть. Итак, ну после того, как вы скачали, у вас эти значки будут на рабочем столе. Там будет два Майнкрафт-лаунчера, один лицензионный и один пиратский. Заходим в какой вам нужно. Ну все, я вам сказал и показал сайт, где можно скачать Майнкрафт 1.6.4 и другие версии, как установить Майнкрафт. Ну все, да. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписываемся на канал, ставим лайк, оставляем комментарии. Всем спасибо, всем удачи и пока.